Всем привет! Это Денис, и вы на канале Пруд пруди. Так, ты что воруешь мои слова? Не надо воровать. Добрый день, мои дорогие подписчики. Сейчас я наряжу. Давай найти оператора, я нашел его. Извините, что мои оранжевые перчатки не подходят по цвету к моей кепке. Я в следующий раз куплю себе оранжевую кепку. И буду пруд прудить. Все очень гламурненько. Я вот. Тебе оставлю. Я тебе скажу, я тебе оставлю. А перчаточки-то плохо держатся. Смотрите, какая у меня байда. Уважаемые, вот смотрите, я чистящик бассейнов. Это моя лягушонка. Вот вы говорите, возьми оператора, вот взял оператора, вы представляете, что происходит? Вот это что это? Стёп пошел. Ну, потому что у тебя не гламурненькие перчаточки, не подходящие по цвету к твоей кепочке. Да ё-моё. Ну ничего, ребята, все наладится, пруд как запрудит потом. Значит, вот, смотрите, это называется пылесос. Или пылесос, вот, по дешману, так сказать. Достаточно легко его сделать и стоит совсем недорого. Продемонстрирую вам чуть позже, как это все дело работает. Но принцип следующий. Вот эта вот система называется Airlift или Газлифт, или еще переводится с английского воздушный подъем. И отсюда происходит подсос воды. Ну а подсос воды, естественно, происходит с илом, с грязью и со всеми делами. И все это дело попадает, вот такая, кстати, камера смотровая, сделал смешную. Вот. И все это дело попадает в фильтровальный мешок. Мешков можно несколько сделать для того, чтобы воду из пруда не выкачивать, а прям там фильтровать ее. Вот. Это одно из применений Airlift'а. Думаю, что все-таки надо показать, как эта штука работает. Сейчас зайду в пруд, покажу. Сейчас включу компрессор. Ну, вообще тихо. А если его там еще колпаком каким-нибудь с вентиляцией накрыть, так вообще не слышно будет. Попробуйте отойти на 2-3 метра. Да, уже вообще там шумы какие-то. Пошел воздух. Вот смотрите, значит, идет воздух, сейчас я опускаю, воздух начинает создавать движение воды. И на том конце шланга появляется мусор. Неудобно одной рукой, сейчас, секунду. Значит, вот, смотрите, двигается вода. Тут еще момент такой, что нужно подбирать мощность. Можно, то, чтобы она где-то, вот видите, она черная, прям грязная. То есть я могу спокойно вот так ходить по дну и отсасывать ил. Могу ил отсасывать не, так скажем, в щадящем режиме. Не, там, видите, даже камни засасывают. Хотя мне наоборот, я делал так, чтобы камни не засасывало. Но мелкие все равно засасывают, настолько такая мощная струя. Если есть каменное какое-то дно, обычный пылесос. Ну, пандавак какой-нибудь, но он все равно камни будет засасывать, и это будет мешать, короче, трудно пылесосить. А этой штуке пофигу, даже если она засосала камни, но тут трущихся деталей нет, ничего такого нет, и он спокойно. Ну, а сейчас тут местечко грязное, вот там, знаете, там ил пошел. Как в аквариуме, у кого был аквариум, знает, что такое сифонить дно. Вот примерно это то же самое, то есть чистка в пруду дна. Вот смотрите, за сколько я минут с вами разговариваю, да? Вот такое вот говнище было собрано. По-моему, хороший результат. Дружинник? Да. Давай, снимай, я вот так делаю. Че, видео или фото? Фото давай.
Ребята, хотите прикол? Короче, ищу 3 дня я свою кружку. Любимую кружку. Мне на день рождения сотрудники подарили. Вот. 3 дня не могу ее найти. Это к вопросу, что мы вокруг себя не замечаем вещи, которые нас окружают. Получается, не видим. Хожу, ищу ее. Знаете, где она? Вот я вот сейчас на улице, вот, вокруг своего пруда. Вот знаете, где она? А вот она. Стоит себе преспокойненько. Прикол, да?